В общем, что мы делаем сегодня? Мы копаем ров, строим... Ну, вот этот вот. А, покажи мне, где ты хочешь начать строить... Я хочу сделать сегодня пару-тройку заданий и начать копать ров спокойно. Хорошо, где? Я хочу сделать это? Ну, вот это... Я хочу вот отсюда, с этой части, построить вот в ту сторону. На такой высоте это, мне кажется, смысла не имеет. Больше падать будут? Урон будут получать? Они, понимаешь... Они же тоже не такие уж дураки. У них прописано, что если объект находится слишком высоко, надо быстрее разбить опоры им. Я предлагаю, да, вот в эту сторону сделать. Угу. Но не такую высокую. Но можно, и не в... можно, кстати, и не в ту сторону, чтобы они к нам на базу не падали. Можно в эту сторону. Можно. Так даже, наверное, лучше будет. В эту сторону сделать, потому что так они будут падать на базу и разрушать ее. А так они будут не падать на базу и разрушать ее. Соответственно, надо будет... Здесь внизу у нас колья поставить. Вот тут вот под нами. Кстати, можно прям вот ров здесь сделать. Колья поставить. Скажи-ка, пожалуйста. И с этой стороны тоже. Мы умеем делать только колья. Мы умеем делать... Да, железные колья мы не умеем делать, правильно? Или умеем? Мы умеем ловушку с деревянными делать. Железными кольями у нас слитка с тобой нет. А-а-а. Просто деревянные колья, чтобы ты понимал, это буквально на одного зомби. Вот одна ловушка на одного зомби. Один кол на одного зомби. Он дальше ломается и все. Так, а как называются те, которые с растянутой леской? Металлические, наверное, нет. Шипы, может быть. Нет. С колючей проволокой. Колючая. Забор с колючей проволокой. Железо, дерево. Не ага. знаю. А? Ага, говорю. Ага, ага. Где он делается, не знаю. У тебя вот... Забор из колючей проволоки сделан из дерева и железа. Они могут замедлить вокруг и упростить победу над ними. Размещайте с помощью дополнительных действий. Они делаются здесь, по-моему. Да, делаются здесь. Фишка в том, что они просто замедляют, они урон не наносят. А вот колья наносят урон и убивают. Вот в чем разница. Да, я могу сделать эти колья. А что если вот эти вот заборы поставить вдоль мостика, а внизу поставить колья? Вдоль мостика. Как думаешь? Да, но у нас мостик будет примерно, ну, допустим, давай сделаем его 2 фрейма в ширину. Ну да, или 3 фрейма в ширину. Нет, 2, нас двое, чтобы не было их толпа. Они будут замедляться, у нас будет больше времени. Плюс они будут вниз падать. Понимаешь, да, о чем я? Понимаю. Чай пью, лечу горло и думаю. Нам с тобой надо будет, правда, опор поставить. Ну, штуки 2 высотных. Штуки 2, один надо поставить так, чтобы в случае, если взорвется какой-нибудь там здоровяк, мы с тобой не наебнулись вниз. Надо как-то так и грамотно, короче, поставить. Так. Значит, я сегодня никуда не пойду, я буду чисто на ресах. Ну, ты, в принципе, можешь на дерево сесть. Да? Прям капитально. Жопой. Прям капитально сесть на дерево, чтобы можно было колье до хера сделать. А я тогда сделаю пару заданий, и потом займусь рвом, наверное. Угу. Я лопату тебе пятую дам. Начну рыть ров, и нам надо будет еще камень, да? Подожди, нам нужен нет, камень. Давай, да. Давай-ка мы с тобой сейчас вместе спустимся. Нет, мне надо похавать вначале. И мне возьми, я уже не поднимусь. Ага. Я сделала 10 вот этих металлических проволок. Если что. Так, у нас с тобой почти утро. Да, я уже вышла рубить дерево. Полчаса осталось. Я думаю, что я, наверное, сейчас выдвинусь в сторону, может быть, города за водой. Да, воды нужно много.
И потом это... Человек-фонарь. Спасибо. Так, слушай, а так ты же можешь, наверное, уже печку как-то крафтить. А, нам тоже нужен глинистый грунт, да? Может быть, если мы сегодня скрафтим печку и в нее вкинем и глины, и всего. Как она называется? Кузнеца? Кузнечная, что-то там? Кузница. 60 глинистого грунта, клейкая лента и короткая железная труба. Сейчас пойду посмотрю, есть у нас или нет. Если есть, короткая труба, скорее всего, будет. Скотча нет, по-моему. Скотч сегодня тебе найти, пока ты будешь на заданиях. Ну, сейчас посмотрим, я посмотрю. Там присутки всего надо. Так, итого. За мной вода, за мной скотч и за мной... чего? Глина? Да. Да, скотча у нас нет. Было много. Так, еда. Я вставляю. Куда весь чай-то делся? В сундуке, в сундуке. Да, он куда-то это. Надо еще один сундук поставить. Доброе утро. Так, отмычки беру, деньги беру. Если надо, подойди ко мне, у меня 2400 я тебе отдам. Вдруг что купить, может, там еще у него кузня. Давай, наверное, возьму, да, потому что мало ли. Так, я сейчас пойду сразу делать задание. А у меня вот так. И к тебе бегу. У нас так деревья шикарно выросли просто, которые я посадила, пиздец. Аж кроны там наверху видно. Mm-hmm. А тут кто-то достает. Дай. Держи. О, металл, кстати, здесь у нас там есть. Прям близко. Да. Вот за шахта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Предположим, что... Десять. Если нагрузка 11 фреймов, скорее всего. Надо почитать. Скорее всего, длина между фреймами, которые могут выдержать 11, насколько я помню, по старым этим. Я говорю, надо загуглить. Лучше зайди в спокойное, в это безопасное место и загугли, потому что, ну, прям передо мной деревья пропадают. Нормально. Так и живем. Так, камень у меня есть, деревья у меня есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Просто я думаю, этого будет достаточно. И вот здесь начать делать лестницу. Ну так будет достаточно. Наверное. Наверное, да. Зомби ходит. Мои ненавистные байкеры. Вот это, конечно, у нас с тобой экшеновый. Вчера день был. Удача и неудача. Не, неудача, а потом удача.
Жаль, что нельзя эти колючки взять и спиздить просто. На этой, на военной базе. И мины взять в руках и донести, да? Ну, мины-то нет, конечно. Уж. Утрировываешь. Так, пока я не забыла. Быстренько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, там. Шесть, семь, восемь, девять, десять, да. Так, заходим, смотрим. Вот она, не вот она. Ага, здесь мы уже были. Испугалась, говорю, капец. Кого? Я подхожу к торговцу, он просто... А, то, что он начал работать? На open. Капец просто. Так, драка в баре. Урон сбитым с ног оглушенным противником повышается на 20%, или патроны опять те же самые, да ё-моё. Патроны, бери патроны. Олени опять. Что? Мобильный аккумулятор. Рецепт антибиотиков, Маш, 2400 покупаю. А так ты что, на четвертом... Ну, я же тебе говорила. Ты же сказала, что только там что, на четвертом уровне или что-то такое. Пока нет смысла. Так, если ты знаешь рецепт, тебе, наверное, не нужно прокачивать? Ну, а нам нужна химстанция, чтобы ее делать. А химстанция только с четвертого левела. Они, думаешь? Они... Да. Ну-ка, подожди. Лучше посмотри, есть у него молоток или там этот ключ, потому что без этого мы не сделаем себе ни хрена. Так, подожди, продвинутое проектирование. Медик. Нет.
на первом уровне на интерне. Медицинские предметы восстанавливают на 25% больше здоровья, в то же время, за то же время получаете на 40% больше опыта, используя бинты, бинты для оказания первой помощи, аптечки, шины. Можно изготовить в химлаборатории бинты и гипс. Я на первом уровне медика могу химлабораторию поставить. Mm-hmm. И нахрен я схожу. Механику-то я качаю. Машину-то будем делать? Да, да, конечно. Так, когда вела механику, я вкачала. Первый уровень.
Ты знаешь, что я подумала? Смотри, вот я сейчас сделала вот такой высоты, да? А потом, ну вот эта вот маленькая лестница, дорожка, будет маленькая комнатка. А затем можно будет эту комнату частично снести и выше строиться в форме, допустим, винтовой лестницы. То есть все это время будет подниматься они наверх, тоже падать, тоже там... А мы будем всё, ну, через каждую орду там выше и выше подниматься. Схему плюс... кузницы предлагает или 9 или 100 патронов 9-миллиметровых. Патроны. Кузницу-то мы умеем. Да. Закопанные припасы. Принять. Так, инвентарь. Ну, у него все по-старому. По идее, ты можешь и до своего торговца сгонять, у которого ты там резалась. Ну, это далеко, конечно. Мне кажется, сколько? 4 километра. Был бы велик, чтобы можно было съездить туда-обратно. Да. Ну, а что этого надо задание делать, чтобы он как-то награждал. Thank you.
Так. Блин, у нас кроны деревьев проросли в дом. Полундра. Ты здесь? Да. Отлично. В чем? С зомбака выпал еще один молоток второго уровня. Супер. Краснокрафт. Ух, я сейчас как облутаю здесь все, а потом как еще раз облутаю. Ой, я нашла желток белок. Яйку осталось найти пока. Так, я могу воспользоваться молотком? Конечно, конечно. Отлично. Тот, который у нас дома, можешь смело использовать, потому отлично. Что мы другой нашли для крафта. Так будет. Так, не в 4 удара улучшение, а в 2. Ты что, нахуй гонишь? Вау, вот это вы меня заразили. Вот это вы гандоны, конечно. Так, я срубаю, короче, вот эти деревья, которые нам прям в эту дышат. Срубай. Все равно дерево нужно. Ну вот, 29 минут у меня было, когда я получила ссадину. Я использовала лечащий бинт, у меня 9 минут осталось. Ссадину, а я вывих. Понятно. То есть вывих, а дальше это уже перелом. Здесь вызывать домой. У нас с тобой мед ведь там есть, по-моему, да, банка или нет? Не знаю, Вик, я уже не дома.
Ну, вроде у нас была банка меда, если мне память не изменяет. У меня полный комплект желток, белок, яйко. Так, у нас прямо за около дома залежи угля. Блять, прикол. Ты повесила сундук, а он с другой стороны интегрировался внутрь стены. Мне сейчас показалось. Мне четко показалось, что у нас дома, внизу, вот в ангаре первом, прошелся зомби в синей рубашке. Я там прошлась, и я слышу, типа... Но никого здесь нет. Может быть, он там где-то недалеко просто зашляется? Ну, я-то его увидела прямо у нас. Ладно. Галины. Нихуя не выйдет, блядь. Грифон переросток.
Три ремонтных набора. Я сегодня в ударе. Чистить область. Что я пропустил? А, крыши, наверное, да? Какие-нибудь коньяки ебаные. А, не, не коньяки. Зачем дробленый песок? А, песок. Все. Чего песок? Ничего, ничего. Все, я поехал домой. Что? Дома ты уже? Ну, я не... Ну, да, я на стройке, здесь рядом. Ты можешь проверить, есть там мед или нет? А мед именно у нас дома или в твоем сундуке внизу? Скорее всего, у нас дома. Пивас и одна банка меда, да. Есть, отлично. Самый нижний ряд. Так, он до 5%, да, хилит? Да. Да, я сейчас быстро домой, и потом только за этим поеду. Зачем? Торговцу. А-а-а. Мне не по дороге, но лучше я не подтыкаю, пока мне 2,6%, чтобы точно... Ну, чтобы точно не париться потом. Там трещишь. Так, ну я закончила. Что тебе сказать, молодец. Возможно. А нам хватит с тобой? На первую орду, да. Да, нормально.
Что там надо? Ставить ловушки с этими, да? На крафт. Или ты, кстати, верстак поставишь на крафт? Или мы не можем ставить верстак, потому что нет ключа? Не знаю, не смотрела еще. Давай задание, приедешь и начнем разбираться с этим. Я думала, нам кузню начали надо, нет? Да нам все надо. Но мы в итоге что решили? Внизу будем ставить или наверху? Наверху. Ну, все эти вот... Если вся эта теория наебнется опять, будет так смешно. Она просто сервер давит нахуй и сам. Ну, нет, у нас же стояли всякие там сундуки, фигуки, мы просто улучшали блоки, и они были тяжелее, чем... Я, кстати, могу ремонтные наборы крафтить. Отлично. Слиток железа и клейка лента. Надо просто понять, как клейка лента. Ну-ка. Клейка лента крафтится из клея и куска ткани. Ну, то есть... А клей? Из костей и чего-то еще, да? Это варится, да. Початок супер кукурузы и мутная вода. Два початка. Кость 4 штуки, мутная вода. Либо кость 6 штук и мутная вода. Если мы про костер говорим. Ну, отлично, чё. Просто ремнаборы, они же нужны для всего. И для великов, и для машин. И для этих... Для гаечных ключей. Во. Я бабло-то не взяла, да? Ну да. Ладно. Самодельные... Так, ну, 10 самодельных бомб мне предлагает. Я отбиваюсь на поле, но я думаю, я уже буду брать 10 самодельных бомб. У нас же орда впереди, так ведь? Да. Завершить. Есть особое задание. Уровень 1. Принять. Все. Взяла на следующего торговца задание. Без велика не уехала. Просто убежать хотя бы. Так, надо сейчас разобраться, что нам надо на кузню, что нам надо на верстак. И еду поставить, проститься. Что у нас? Яда, беда! Пару яичниц с беконом, я думаю, мы точно можем поставить. Вещи-то... А, у тебя фул рюкзак, вещи свои забери. Ну, я сейчас так и сделала. А, Почему закрыто? Где? Ну, наверху у меня эти стоят. Не могу поставить эту решетку. Кто закрыт? Ну, в костре закрыто, типа замочек стоит. Ну, потому что у тебя что-то это, ну, жарится, когда костер горит. Я выключила. Ну, потому что у тебя поставлен этот крафт воды. Нет. Да. Ну, я сама поставлю. Угу. Я тебе так, там... Металл, монеты.
Так. Скрапаем. Так. Для верстака нам нужно 25 слитков железа, 20 механических частей, 1 гаечный ключ, 1 молоток и 50 дерева. Для кузни нам нужно 50 камня, 60 глинистого грунта, 10 кожи, 3 клейкой ленты и 3 коротких железных трубы. Ну, короче, все вроде бы есть, да. Начинали ставить. Так, сейчас молоток, гаечный ключ. А гаечный ключ у нас какой? Понятия не имею. У меня ни одного нет. У тебя есть гаечный ключ? У меня, да, второго уровня есть один. Но я им разбираю все. Ну, без вариантов. Если поставишь верстак, то на нем сможешь делать гаечные ключи. Ты уверена? Ну, у тебя еще 2 торговца есть поблизости. Если что, купишь. Так, дерево 50, механические части 20, слитых желез 25. Так. Дерево надо, Маш. Бля. Сломал ногу. Тащи гипс. Не сбрасывай только никуда, на улице встретимся. Ну, в смысле. Угу. Зыбам. Деревце дай мне, пожалуйста. Сколько? Ну, что, 50 хотя бы. Да. Чисто, блядь. Наркодилер, наркоман. Так, и кузня. 50 маленького камня. Камня у нас, конечно же, нет. У меня только в рюкзаке. Нам, ну, ты сейчас будешь все равно еще копать. Клейка, лента есть, короткая труба, 10 кожи, кожа 2. Короткая труба есть. А нет, нету. От глинистого грунта и камень. Можешь ко мне подойти, я дам. Так, 60 глинистого грунта, 50 камня. Спасибо. Дома зашел. А вот этого я не ожидала. Ладно. Все нормально? Все нормально. Так я шла, оно упало. У меня просто все уже перед глазами вьетнамские флешбеки. Как все рушится нахер. Да не должно, смотри, уже почти все в камне. Ты просто говоришь, блять! И просто что то же самое абсолютно было. И просто небеса начали рушиться, блядь, на землю. Mm-hmm.
Маш. А, все хорошо. Да, все нормально все. Да, все отлично. Блять. Я вот смешно, у меня травма. Ну слушай, если все развалится, мы делитим сервер, обещаю. Где будем ставить? Вот а вот там, там, где ставили. А ты не хочешь поставить верстак справа от костра, а жаровню вот здесь вот слева? А сделай, делай, как делаешь. Ладно. Гаечный ключ нельзя сделать. Его можно сделать только изучив сбор трофеев или схему гаечного ключа. Слушай, ну невелика беда на самом деле. Да, ты не сможешь сейчас разбирать машину, зато мы можем делать все что угодно другое. Вот и да. Булыжники можно делать. Теперь можно крафтить эти. Как их назвать? Шипы, шипы металлические. Ставь, кстати, шипы металлические, когда ты, наверное, не сможешь. У тебя, наверное, и дерева нет, и у тебя слитки есть. Ловушка с деревянными кольями у меня есть. Забор из ключей проволоки. Из колючей проволоки. Вот. Так, уже лучше. Так, мастер по мини-байкам. Теперь мини-байк можем скрафтить, если что. Так. Воду забираем. Так. Так, чай поставим крафтиться. Вика, сделай мне шину. Тебе шину надо именно или гипс? Да мне все равно, я опять ногу сломала. Сейчас. Спасибо. Наклейка лента. Опасные работы эти, да. Понятно. Так, где ты там? Я иду. Сброшу, нет? Да, да. Лови. Пазы был. Так, у меня есть 10 заборов из колючей проволоки. Куда ты хотела его применить? Я хотела по краям его поставить. Где они бежать будут? По краям. Чтобы они замедлялись. Так. Так, химлаборатория. Блять, мерный стакан нужен, сука. Ну, это да. А он должен, его даже не предлагали в этих. Ну да. Так. Так, жареного мяса жахнули. Красного чая 8 штук.
Хавка мотится. Так, кузня. Кузня, мы... Сюда еблыснем. Так. Вот-то. Так, вот так. Вот так. Так, все, я приступаю к копательной операции. Да, сейчас я тоже подойду. Слушай, ну уже дом выглядит попроще. Я просто в метре от этого, от... Если что, я нажала пробел, и просто в метре от земли успела нажать еще раз пробел, чтобы он схватился за этот... Фига. А ты не боишься начинать копать, когда это уже сейчас ночь? Слушай, я там уже начала копать. Кто боится, тот орду не убивает. Что это за... Форма каркасов ты поставила здесь. Какую? Где? Я не пытаюсь, я просто восстановила то, что было здесь утрачено. Ну. Наследие восстановив. Блядь, иди в жопу. Так, где ты начала копать ров? Вот за домом, да, там. Сейчас я подойду. Секунду. Здесь поставлю нормальную лестницу человеческую. Ну, я не вижу, где ты здесь начала что копать. Ну, сейчас я подойду, я же тебе сказала. Дай мне минуту буквально. Ты где? За домом. Выходи за дом, мам, со стороны вот грузовика. Вот здесь, по той стене прокопано, и вот здесь вот начато. А, ты настолько далеко сделала? Ну, ладно. Я думала, ближе надо делать. Ну, посмотри, ладно. Здесь вот оно прям близко, смотри. То есть... Сюда вот, если будешь в ту сторону копать, там увидишь, что там близко к этому. Ну, глина же была нужна в процессе стройки. Да и еще нужны булыжники. Я думала, два фрейма в ширину надо делать, наверное. А то и три. Они же прыгают. Одного недостаточно будет. Ну, можно начать, а там дальше можно и увеличивать. Ну да. Пизда, 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 пизда. Рик, надо выше забираться. Их тут два нас. Я знаю. Одного забрали. Есть. А, у меня пушка сломалась. Уебись.
да? Я с тобой рядом стою. Нет, я про собаку. А, собака, не знаю. Только опоры не ломай, Потапыч. Я не знала, блядь, что такие ивенты бывают здесь. Это хорошо, что он застрял. Да. Слушай, с такими ивентами, я не знаю, есть ли смысл нам здесь тут жить на своем? Блядь, ты можешь прыгнуть, нету, ебан, сука. Тупорылый, блядь. Он может сюда забраться, если что, имею в виду. Я понимаю. Блядь, мне бы помповый дробовик какой-то, а не однозарядный, пиздец, нахуй. Слушай, лучше, чем то, что у меня сломалось. Может, ты, кстати, ты его починить сможешь? У нас ремонтная на барже есть. Нет, блядь.